Погодите, погодите. Первый зонтик. Второй. Да. А теперь здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Здравствуйте и вы, друг детей всего мира, Ганс Христиан Андерсен. Птицы, цветы, стулья и даже этот старый шкаф. Все рассказывали ему свои сказки и истории. Немало их он узнал от меня. Ведь про меня он сказал. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Олли Лукойе. Да, я забыл вам представиться. Меня зовут Олли Лукойе. Древние люди называли меня богом сновидений. Ну скажите сами, разве я похож на Бога? Я просто маленький волшебный человечек. По вечерам, когда вы опускаете голову на подушку и укрываетесь одеялом, я на цыпочках подкрадываюсь к каждому из вас и тихонько дую в затылок. Подую, ваши глазки закрываются, и вы засыпаете. Тогда я раскрываю зонтик. Вот этот, пестрый, над хорошими, славными детьми. Начинаю крутить его вот так. И им всю ночь снятся увлекательные сказки. Другой вот этот. Он предназначается для непослушных детей. Я раскрываю его, они также засыпают, но лежат, как поленья в сарае, и ничего не видят во сне. Но я не сомневаюсь, вы ведь все очень славные, милые, послушные, не забияки, не лентяи. И потому я вам расскажу замечательную сказку. Слушайте и смотрите. Перед вами старинный город. Один горшочек. Давай.
пусть они будут неразлучны, как мы. И пусть они дружат, как мы. И пусть они любят друг друга. И пусть они любят друг друга, как мы. Да. Кай, Герда, иду! Они проводили в своем воздушном садике, а когда начинались дожди и за ними наступали холода, с них долгими зимними вечерами Кай приходил к Герде, и ее бабушка рассказывала детям сказки. А хорошо, дети, слушать, как трещат дрова, когда за окном мороз. Смотрите, опять повалил снег, и каждая снежинка похожа на белую пчелку. Бабушка, расскажи, откуда прилетают к нам эти белые пчелы, снежинки? С далекого севера. Оттуда летят к нам через холодное море ледяные ветры, вьюги и туманы. Все они верные слуги снежной королевы. Там стоит ледяной дворец. В этом дворце живет сама снежная королева. Она красивая. Трудно себе представить, как она хороша. Она вся изо льда, из ослепительного сверкающего льда. И однако живая. Глаза ее сияют, как звезды, но нет в них тепла. Много чудес в ее холодном дворце. Есть в нем ледяное зеркало. Снежная королева глядит в него и видит все свои владения. Бескрайные снежные поля, скованные льдами моря. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот она! Смотрит на нас. Чего ты боишься? Тут никого нет. Трусишка. А она, ну, снежная королева, не может ворваться сюда. Пусть только попробует. Я посажу ее на горячую печку, она и растает. На горячую печку. Она и растает. Я заклинаю вас, осколки ледяные. Я заклинаю вас моей волшебной властью. Летите прочь и в диком шуме ветра носитесь над землею и впивайтесь в глаза, в сердца людишек этих глупых. И тот, кому осколок в глаз вонзится, пусть видит всюду лишь одно дурное. А тот, кому стекло вопьется в сердце, пусть станет злым. Только зло на свете творит всегда. Пусть будет так. Летите! Ой, какая метель! Давай посмотрим. Давай. Снежная
Маша, окно. Девочка, скорее закройте окно. В кусочек льда. Он стал обижать Герду и даже передразнивать бабушку. И всего причиной был осколок, который кольнул его в глаз и в сердце. Ну, смотрите, смотрите, что было дальше. Садить меня на горячую печку. Но ты совсем замерз? Ну, иди ко мне.
еще мерзнешь? Мне холодно и больно. Пусти. Больше не буду тебя целовать. Доверься мне, мой мальчик, мы отсюда умчимся в удивительное царство. Попав туда, ты обо всем забудешь. Холодной льдинкой сделается сердце, не будет в нем ни радости, ни горя, но лишь покой и холод — это счастье. Прошла зима, но Кай не возвращался. Напрасно ждала его маленькая Герда. А когда наконец наступила весна, Герда одела самые лучшие платья и новые красные башмачки, поцеловала спящую подружку и отправилась на поиски Кая. Смелая маленькая Герда. Скажите мне, пожалуйста, вы не знаете, где мой братец Кай? Не знаю. Может быть, ты и знаешь, где Кай? Не знаю. Я только что родился. Река, скажи мне, может быть, Кай утонул? Вот мои новые башмачки. Возьми их. Мне не жаль. Только скажи, где Кай. Ты не хочешь моего подарка? Не может быть, чтобы ты не знал. Пожалуйста, возьми. Тебя. Ты несешь меня к Каю? Маленькую девочку.
ложись и отдохни. Нет, нет, я должна искать Кая. Спи, спи. Забудь обо всем. Пусть каждый день, который ты проведешь здесь, покажется тебе часом, а неделя днем. Спи, спи. Эта старушка умела колдовать. Она была не злая колдунья и колдовала только изредка для своего удовольствия. А теперь она колдовала потому, что ей захотелось во что-то не стало оставить у себя Герду. А для этого девочка должна была забыть все, забыть Кая. Меня зовут Каракс. Очень приятно. Почему вы гуляете так поздно? И совсем одна? Неужели вам страшно? Мне очень страшно. Но я ищу Кая. Господин Каракс, может быть, вы знаете, где Кай? Кай? Вероятно, мальчик. Да-да. Хороший, добрый, смелый. Хороший, добрый, смелый. Недавно у вас появился один такой. Может быть, это Кай? Появился. И очень понравился нашей принцессе. Кай не может не нравиться. И теперь она его от себя никуда не отпускает. Они стали неразлучными. Товарищами. Господин Каракс, скажите, как мне его найти?
Нет ничего проще. Я отведу вас во дворец. У него русые кудри. Смелые. Голубые глаза. Конечно, Кай! Скорей, скорей, бежим! Подождите! Не бегите! Ну вот, пришли. Как здесь красиво! Это моя невеста. Здравствуйте. Она служит в дворце. А это сестра нашего принца. Здравствуйте. Вы очень удачно попали к нам. Сегодня во дворце бал. Ну, вас не пустят во дворец. Почему? Ну, быть босая. Ну, хорошо. Ждите. Позднее я проведу вас с черного хода. Спасибо. Ой, как хорошо. Все уже спят. Идем. Бежим. Возьмите. Пригодится. Спасибо. Какая наивность. Ведь это только доспехи. А внутри, слышите? Настоящий.
вы пришли. Сейчас я его увижу. Они интереснее живых цветов. Ты прав, Кай. Какая точность! Ни одной неправильной линии. Ты стал очень умным, Кай. Да, но они совсем не пахнут. Кай, я много раз говорила тебе, аромат цветов, красота и радость, стихи поэтов и любовь, их не существует. Ты должен забыть все это, Кай, забыть. Да, забыть.
красота? Нет, не знаю. Ты помнишь, что такое любовь, Катя? Любовь? Не знаю. Я помню. Герда. Герду? Да. Ты помнишь Герду? Да. Ничего. Ты забудешь и это. Скоро твое сердце станет совсем ледяным. Дарим тебе эту золотую карету. И еще эту муфточку. Хорошо, не буду. Спасибо, спасибо. Желаю тебе скорее найти Кая. Добрые люди и животные. Ваша ней.
Прочь нежности. А теперь ты тоже будешь жить в моем зверинце. Принцесса. Я не принцесса. Я просто Герда. Я иду по белому свету и ищу моего названного братца Кая. Глупо. А где он? Не знаю. Ужасно глупо. Ну, расскажи все. Расскажи. Его украла Снежная Королева. Снежная Королева! Она промчалась мимо нашего гнезда. По дороге в Лапландию. Она дохнула. Все умерли. Остались только мы. Лапландия. Где это? На далеком севере. О, как там прекрасно. Это еще что за разговоры? Они знают, где Кай. Да не реви ты. Ну, что вы знаете? Мы знаем. Я тоже знаю. Слушай, я выпущу тебя на волю, но за это ты отвезешь девчонку к этой самой Снежной Королеве. Ой, как хорошо. Благодарю тебя. Ну вы, тише! Не то раздумаю. Тише, а то раздумает. Подожди ты. Вот возьми шапочку. Спасибо. Рукавички. Спасибо. Муфту. Спасибо. Нет, муфту я оставлю себе. Ну, скорей. Скорей! Спасибо тебе за все. Спасибо. Молчи ты и не реви. Ну, а может быть, раздумать, а? Прощай. Терячи нежности, прочь отсюда. Скачи, как молния. Посмотри, береги девчонку. Прощай. Телячьи
ради нежности. Так, да, отстаньте, отстаньте вы все. Пожалуйста. Thank you.
знаю. Но прошу тебя, поднимись. Прости. Собьешь мои фигуры. Кай. Кай. Как горячо. Больно. Вот здесь. Thank you.
думать, что у них и у вас впереди еще много чудесных сказок. А это и сами понимаете.